Эксперты поделились советами, которые помогут автомобилистам выявить настоящий пробег подержанной машины. Эксперты советуют при оценке реального пробега автомобиля в первую очередь обращать внимание на износ тормозных дисков. В среднем стандартный пробег тормозных дисков может составлять от 80 до 120 тысяч километров. При этом аккуратный владелец зачастую меняет их вместе со вторым комплектом тормозных колодок. На реальный пробег машины могут указывать и шины. Так, новый комплект резины в среднем может эксплуатироваться 5 сезонов, накатывая примерно 50 тысяч километров. Это относится как к летним, так и зимним шинам. Поэтому 5-летний автомобиль с заявленным пробегом в 50 тысяч километров должен быть на заводских покрышках. По маркировке шин также можно проверить год изготовления. Кроме того, о большом пробеге автомобиля может говорить изношенность салона. Зачастую на таких машинах рулевое колесо, подлокотник и кнопки имеют очень потертый вид. Также при громадных пробегах могут вытираться коврики и кресла. Еще одним способом проверки пробега подержанной машины могут стать сведения из баз ГИБДД и даже госуслуг. Туда стекаются данные от дилеров о проведенных работах во время того или иного пробега авто. Также и мастер на специализированном сервисе, если подключит сканер, то сможет определить реальный пробег коробки передач либо климатической установки. Это была видеоверсия сайта tarantas.news. Пока!